Друзья, всем огромный привет. Если у вас есть вот такая вот прохудившаяся мягкая подводка, не торопитесь ее выкидывать. Можно из нее сделать полезные вещи. Так что давайте посмотрим ролик. Вам всем приятного просмотра. Поехали. Первым делом отрезаем вот эти штуцера. И с двух сторон я как раз вот по этому прорыву и отрежу. Со второй стороны сделаем аналогично. Теперь необходимо на мягкой подводке вот так вот немножко убрать и отрезать резину. Она может быть силиконовая, все зависит от производителя. С этой стороны поступаем аналогично. Это нержавейка, она очень прочная. Вот у нас появились две насадочки уже на шуруповерт или на дрель. Мы их чуть попозже покажем в действии. Теперь необходимо вытащить вот этот шланг внутренний. Пошел. О! Получается у нас такая оплеточка с нержавейки. Теперь будем отрезать на одинаковые кусочки. Ну, плюс-минус. Может даже, наверное, покороче пополам их разрезать. Чтобы у нас получилось 6 частей. Пока их откладываем в сторонку. Получается, это вот насадочка. Берем и переставляем в дрель. Сейчас подемонстрируем ее в работе. Возьмем ржавую профильную трубу и попробуем. Получилась у нас такая первая насадочка, которая легко убирает ржавчину. Теперь возьмем с вами отрезанную гайку. Вставляем вовнутрь наши обрезочки. Только будьте аккуратны, колючая. Все это подровняем сейчас. Вставляем болт. Вставили, получается так. Берем шайбочку. И гайкой затягиваем. Все, ну, получается, конечно, так вот невзрачненько. Но она сейчас выпрямится, когда на оборотах. Также убирает ржавчину. То есть у нас с вами получились три вот такие вот насадочки. Можно сделать гораздо проще, можно через шайбочку установить. Вот так вот и просто винтом затянуть. То же самое получается. Это уже пользуюсь. Уже тоже так же приходилось пользоваться. Старенькая. Так что, если понравилось, палец вверх. Пишите ваше мнение. Ну, вам же крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.